Хоба, привет. С вами доктор Влад. Продолжаю свою музыкальную школу. У меня тут Андрей спросил как-то, есть ли инструменты, вот, например, электронный саксофон. Ну, я ему ответил, да, есть. Правда, стоит она, ну, 60, это $65. Ну, плюс таксы, плюс доставка. В общем, обойдется она долларов 80 примерно. Вот я сейчас, опс, на Амазоне. А, вот, современная, да. $91.99 плюс доставка. Ребят, так что я вам просто объясню. У меня столько денег нет. Вы поймите меня правильно. Ну, я живу... Ну, в общем, мы живем, вернее, втроем, да. Вот. Ну, мы не нуждаемся ни в чем. Мы... Есть крыша над головой, есть еда. Вот, мы сытые. Ну, правда, вот насчет вкусных конфеток, ну, приходится подкупать и немножко жадничать. Ну, я имею в виду для собак, ну, и для себя тоже. Вот. И, в общем, вы знаете, если бы я вот не снимал вот эти ролики, ну, нам бы вот так вот хватало всего вполне. А вот, кстати, у меня пару дней назад, я вот Василию как раз сказал, мы с ним делились, у меня левое ухо в наушнике сломалось. Ну, чё, доктор снимает наушники, значит, ага, там оторвалось, начал паять, а у меня паяльник сломался. Ну, радиолюбители меня поймут. Вот, значит, тестером я потыкал, что-то он не свистит. Вот, тоже пришлось разбирать, там чистить контакты. Ну, ладно, я рукодельник. Когда сделал я левое ухо, потряс так наушники, оказывается, в правом ухе тоже динамик отвалился, но я попутно его уже подшаманил. И вот так вот подшамаешь, подклеишь, еще проволочкой подкрутишь. Ребята, за 3 рубля кино не снимают. Вот, но опять новые наушники покупать, но это деньги. И вот сегодня я вам просто для разнообразия насчет 3 рублей, да, но вот я вам просто расскажу, что это за инструмент. Выглядит он вот так вот. Ну, представьте большой огурец, только квадратный. Вот, и дуешь в него, причем сила дыхания тут электронным способом тоже можно отрегулировать под себя. Клавиатура у него обычная, на правой руке 3 клавиши, на левой, вернее, 3, на правой. Ну, так вот я вам показываю, вот так. Скоро я вообще резинового доктора посажу сюда. Вот, играешь, как обычно, на любом духовом, вот, и что он может? Работает от батарейки хватает на 3 часа, и вот он из себя изображает сопрано, обычную дудочку, сопрано-рекордер, тенор-саксофон, альто-саксофон, сопрано-саксофон, так, флейту, бамбуковую флейту, у нее совсем другой звук. Кларнет и трубу. А, нет, не и трубу, а кларнет, трубу, хулуси и суону. Самые разные звуки. Ну, я бы вам показал, но вот не на что купить, ребята, ей-богу. Слушайте, я не жалуюсь, я говорю, я понимаю, что я живу лучше, чем живут российские эти пенсионеры. Вот, но, ребят, уж если что-то делать, значит делать. Я уже начал говорить, что за 3 рубля... кино не снимешь. И, в общем-то, ну вот так вот вам понравится, вот если я буду так вот рассказывать, просто тра-та-та, вот это же. Вот, а в последнее время не то, что донаты. Донаты вообще закончились, последний был 11 числа. Вот, 5 рублей, кто-то американских мне прислал, большое спасибо. Вот, даже лайков стало меньше. Я вот когда тогда и вышел из себя, хотел вообще уйти. Вот, и, в общем, лайки более-менее пошли, а потом и лайки закончились. Кто-то мне тут какая-то моя слушательница все время подсчитывает лайки и каждый день говорит,
Доктор, а сегодня еще меньше. Доктор, а сегодня еще меньше. Опять комментарии просто, ну, я не знаю, из значков каких-то дурацких вот этих вот. Это они не учитываются. Пишите слова. Неужели вам лень, а? Я уже не прошу денег. Хотя бы комментарии пишите. Ну, в общем, что-то может быть вот за счет рекламы. Ну, за счет рекламы сейчас копейки. Потому что если бы меня смотрели американцы, вот, там еще туда-сюда. Но меня в основном смотрят русскоговорящие, а на русскую речь сейчас реклам практически нет. И, в общем, ну, вы знаете, вот эти вот санкции, они коснулись и меня. Так что вот сегодня я вам рассказываю, называется он Carry On Digital Wind Instrument. Ну, откройте, посмотрите, как кто-то еще показывает, картинки посмотрите. Вот, вообще штука, конечно, достойная, очень хорошая, на нем можно, на этом инструменте можно изобразить все. Ну, представьте, что я играю, вот так вот, я сегодня разозлился, ребята, опять я вот ролик записал, доктор, спасибо, ах, рыженький, кисонька, все такое прочее, ребят, ну, вы все поняли, да, пока, до свидания, кисонька, ты где? Да, здесь лежит под кроватью. До свидания. С вами доктор Влад.